Всем привет, с вами Штопор, и мы продолжаем выживать и развиваться в игре Project Zomboid. Собственно говоря, приехал я тут на базу, разгрузился и думаю, надо сейчас посмотреть эти рецепты. Нам же нужно шахту строить. Я обнаруживаю такой неприятный момент, как отсутствие ряда интереснейших, собственно говоря, инструментов, таких как бур, лопата, потому что я их не находил. И вот сейчас я решил ехать на большие склады, привычные нам. То есть ехать придется очень-очень долго, насколько я понимаю. Вот. Я сейчас выеду. Запись отключу. Поставлю на паузу. Как только я доеду до складов, запись я, соответственно, включаю. И вот все наши приключения будут именно там. Вот. Для вас пройдет буквально минута, ну а для меня, как обычно. Продолжаем, господа. 20 минут реального времени я сюда ехал. И надо было вот эту вот пробочку объехать благополучно. Потому что... Ну, вы видите, что тут творится. И, похоже, мне придется менять машину, потому что я два раза очень так смачно врезался в, ну, во-первых, в толпы зомби, а во-вторых, в стоящие тачки на дороге. Просто отвлекся немножко, и все. Видите, легкий урон у меня. Так, что у нас здесь? Давай смотреть. Это динер. Можно бы жратву было найти, но... Тихо. Едь. Не вздумай останавливаться. Так, полицейский участок нам не интересен от слова совсем. Надо искать тачку. Тут, блин, зомби, видите сколько? Просто неимоверное количество. Просто жесть. Так, ну там... Здесь у нас бензоколонка. Водичку найти надо. Тачку найти надо, блин. Я совсем не подготовился к этой поездке дальней. Совершенно не подготовился. Так.
Блин, мне бы сейчас сигналкой какой-нибудь. Едь, 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 едь. Блин. Поехали сразу на этот. Перекрестка оттуда. Что-то мне подсказывает, что здесь слишком дохрена будет зомбей. Слишком дохрена. Ну, блин, деваться нам особо некуда. Нам реально некуда деваться. Нам реально некуда деваться. Нам нужно сейчас оперативненько найти любую жратву. Любую абсолютно жратву. Тачку я совсем угробил. Так, одна тачка. Давай смотреть. Вот здесь всегда был холодильничек. Вторая тачка. Вылазь. Ну, отлично. Отлично. Испорченная. Виноградный сок пить полностью. Пончик, цветная капуста. Пусть это здесь лежит. Пусть это здесь лежит. Давай сейчас по окрестностям проедем. Посмотрим, что тут есть, какие тачки вообще есть. Тачки тут херовые. Очень хреновый вообще, блин. Ну, грузовички еще куда ни шло. Так, здесь у нас что? Ну, здесь у нас стандарт. Так-то. Без бензина. Вообще без бензина. Вон грузовичок. Если вот этот грузовик я смогу. Не смогу. Обидно. Очень обидно. Может, получится стекло снять. Нету ни хрена. Стрёмно.
Бензин-то мы найдем, я так думаю. Сейчас просто вот это вот еще проверить. Просто хотя бы проверить, может быть. Ни хрена не получится, да. Давай смотреть. Кстати говоря, только лобовуха у нас убитая с капотом. Движок еще более или менее. Так что пойдет. Может быть, прям здесь на месте. Мы и что-нибудь придумаем с ремонтом. Может быть, что-нибудь придумаем с ремонтом. Так. Привет. Падай. Дождевые сапоги, сейчас мы вас... Бинты. Бинты — это хорошо. Это очень хорошо. Я надеюсь на этот склад. Рассчитываю просто. Просто рассчитываю на него. Так, отвертка, горелка, садовый шланг. Вот, ручное долото. Одна из полезных вещей. Шнур питания. Блин, пока везет. Вот это каска, дробильная насадка. Это я уже читал. Здесь еще одна каска. Еще одна дробильная насадка, а не это. Так, это читал. Мультиинструмент. Картонные коробки не нужны. Батарейка нужна. Промышленный пылесос нужен. Шкивы. Зажигалка. Топор. Блин, надо было сюда ехать. Газовый кислородный баллон. Представляете, да? Кусторез. Тут, блин, все надо. Резиновый шланг, изолента. Гвозди. Палаточный кол. Суперклей. Здесь, блин, все надо просто... пылесосить. Натрий, пипетка, щетка для пробирок, стальная труба, рабочие рукавицы. И эта хрень нам нужна, как ни крути. Защитные маленькие электродетали, кол, серая глина, пила, калькулятор, гелевый баллон, не знаю для чего нужен. Так, поддон красным кирпичом. Вот тоже штука нужная, просто без нее реально никак.
Сетка рабица. Щеток. Вот коробка щеток взять. Это надо. Пустой контейнер. Упаковка резина. Пустой контейнер. Давай возьмем. Он где-то нужен, по-моему, в этом. В водонапорке. Так, это что? Энергетический батончик. Возьми. Газонокосилка, зажигалка, фонарик, нитки, шарики, очередная воронка. Воронок нужно будет там несколько штук, насколько я помню. Мастерок. Кирка. Пила, опять воронка. Батарейка. Брезент, алюминиевые листы, кислородный баллон, клей, дробильная насадка. Давай, забирай. Не хочешь? Заберешь все равно у меня. Патроны. Алюминиевый. Так. Это уже не скидывается, да? Вот я за что и сказал, что мне нужна тачка, ну, с таким хорошим этим. Так, 130, давай, батарейка, все вот это вот скидываем вот сюда, может быть, в сумму как-то. Нам сейчас самое главное бур найти. Вот реально очень важно найти бур. Жизненно необходимо, я даже сказал. Будет бур, будет проще. Цветные провода. Хочешь пить, да? Большая стеклянная колба. Забирай. Ну, я надеюсь, мы найдем тут что-нибудь. Так, вот это забирай, забирай. Пробку забирай. Так, здесь у нас что? Пиломатериалы. Пиломатериалы не берем вообще. Мензурку берем, мультиинструмент берем. АФК удобрение не нужно. Мешок с песком. Ну, тоже такая двоякая ситуация. Нужно это, не нужно. Солнечная панель нужна. Там есть тема интересная очень. Промышленный пылесос есть уже. Вот так. Алюминиевые эти. Цветные провода. Кувалда. Кувалда еще одна не помешает. Переносной холодильник, лупа. Опять мультиинструмент. Нитки. Палаточный кол. Щетка. Мне нужна лопата. Мне нужна лопата. Так, электрический кусторез, банка с крышкой, очередная солнечная панель. Так, давай-ка тележку вот выкинь вот сюда. Потому что, может, она будет нужна. Так, веревка. Ну, веревки мы, в принципе, делать можем. Еще одну маску давай. Буровую насадку давай. Поддон с красным кирпичом. Бери. Сверло бери. Зажигалка. Ведро еще одно. Нет. Клей. Ведро сюда. Стеклянная трубка.
Где-то я видел, где-то она нужна будет. Еще одно ведро. Лопата, наконец-то. Стеклянный змеевик, деревянный ящик для инструментов. Так, это нет, нет. Нам нужен бур. Вот то, из-за чего мы сюда приехали, это в первую очередь буровая установка. Шнур питания еще один. Пусть будет. Горячих карандашей. Каких? Клей-карандаш. Так, это нужно. Контактный зажим. Пробка с отверстием. Ручное долото, еще одно. Еще одна насадка. Метла, стальная труба, аккумулятор, стальной шкив. Метла нам не особо так нужна. Вот глина. Глина будет нужна. Штукатурка, ну такое. Ключ будет нужен. Клещи будут нужны. Подставка. Скотч для ремонта топора. Кузнечные меха. Рулетка. Эластичный шнур. Тоже нужен. Так. Насос у нас есть. Пружинный зажим. Точнее, поддон ПВХ труб, кстати говоря. ПВХ трубы нам на эту нужны будут. Водонапорную башню. Так, еще одни кузнечные меха. Мешок на всякий пожарный. Вентиль. Поддон с красным кирпичом. Нет, не судьба, да? Садовый шланг тоже не судьба. Но заберем. Еще одни кузнечные меха. Еще шнур питания. Фонарик не влазит. Так, ладно, давай вылазим отсюда. Сейчас загрузим. Нам нужно найти бур. Бур для нас это самое, собственно говоря, главное. Ничего важного нет на данный момент, кроме бура. Пустая бутылка, очередная. Вот это энергетический батончик мы скушаем. Отлично. Аккумуляторная дрель. Так, ты чё, не это? Не. А, я понял. Пружинный зажим. Все, закрывайся. Закрывайся. Так, вот это вот все скидываем сюда. И искать. Дробильная насадка очередная. Резиновый клей.
ящик. Так, коробка резисторов. Серая глина. Сварочный шланг. Это очень-очень-очень здорово. Так, баллон хлористого чего? Водорода. Сменный бур. Так. Давай, ешь полностью. Прекрасно. Давай смотреть, что тут у нас есть еще. Так, вот это вот в дополнительную руку. Большая батарейка. Брелок, канистра, грабли не нужны. Нам на них наступать. Давай еще одну маску возьмем. Дробильная насадка. Вот этот мультиинструмент надо найти. Стеклянный лабораторный стакан. Это все будет нужно. Еще один сварочный шланг. Излишество, но не помешает, я думаю. Канцелярский нож. Клей. Пустой контейнер тоже нужен. Еще одна панель солнечная. Еще один шланг. Коробка гвоздей. Заряд горячего клея. Возьми. Еще одна батарейка. Еще одни перчатки рабочие. То есть тут, блин, надо по максимуму просто. Проволочная сетка. Поддон с красным кирпичом. Скидывай. Потому что нам нужна будет плавильня. А вот чтобы ее сделать... Так, электроды, наверное, не знаю. Стальная труба, еще одна. Металлический прут. Где-то используется, вопрос только где. Поддон стальных труб. Вот это вот важно. Глина. Красный кирпич нет. Цветные провода. Портативная буровая машина, да? Фотоаппарат. Упаковка резинок. Ну, этого нам хватит добра. Домкрат. Серая глина. Поддон камней. Давай сейчас загрузим. Просто загрузим, а там будет видно. Давай, портативная горнодобывающая машина. Нет. Так, здесь у нас что? Здесь у нас пока пусто. 12, да? Поддон стальных труб. Вот такие поддоны, я бы вообще радовался им. Так, не знаю кто. Батареи. Гвоздемет. Все. Давай банку скинул.
Это вот сюда, чтобы нормально все было. Отвертка, пустая бутылка. Скинул вот сюда. Поддон камней нет. Сколько там? Он весит 12. 12.30, да? 25. Шнур питания. Возьми так. Сюда выгрузи. Стеклорез. Коробка гвоздей. Блин, вот реально все нужно. Нужно все. Но средняя батарея, малая батарея, так, канцелярский нож, электро, зажигалка, так, стальной шкив очередной. Ну, я думаю, у меня их достаточно. Так, вспомогательный зажим скинь сюда. Так, скинь вот сюда. Так, а ну давай. 246. Двести сорок шесть. Так, вот это вот сюда. Так, поддон камней сюда. Так, вот эту вот штуку в обе руки можешь? Взять в обе руки. Ну, серьезно? Пойдем попьем. Попьем, поспим. Ага, хрен, попьем. А, вон там водичка. Я уже испугался. Самое главное, чтобы никто не забыл. Забрел сюда. Ну, можешь забрать? Забери, пожалуйста. Так, взять в обе руки. Почему? Не может взять в обе руки. Батарейка. Давай загружай. Скучно ему, блин. Вообще капец. Заскучал, козел. Так, снять. И снять. Так, взять в обе руки. Можешь? Можешь.
сюда давай. Раз, два. Во, отлично. Отлично. Так, смотрим. Клещи для труб. Вот эта вот штука нужная. Мы ее искали тоже, кстати говоря. Защитные очки, пипетка. Металлодетектор. Забирай, забирай. Очередной штатив. Я не знаю, сколько их нужно, штативов. Но они нужны. Пила, кувалда. Они реально нужны. Так, еще один пустой контейнер. Магника. Стальные шары. Очередной поддон, да? Да, работают сумки. Это уже радует, потому что нерабочая сумка, вот, ну, раньше, когда мы проходили это все дело, это просто жесть. Это море боли и страданий. Так, с кирпичом, припой, гвозди, мензурки всякие. Так, очередной фонарик. Нам надо еще не забывать, что нам нужен генератор. Латексные перчатки нужны будут. Так или иначе, ПВХ, скрепки, фотоаппарат, грабли, гвозди, зажигалка. Резист тоже скинем. Неизвестно, когда мы сюда приедем еще. Пиломатериалы, веревка. Промывочный этот набор. Зажигалка очередная. А ведь их еще складов-то тут. Так, пустая синяя бочка. Синих бочек нам надо 4 штуки. Аж. Аж 4 штуки. Это жесть. Просто жесть. Ладно, хрен бы с вами, господа хорошие. Мне вообще сейчас полностью за это. Ну, заведись, ну ё... Вот, отлично. Так. Бурта мы, блин, не нашли. Пока ещё. Нашли. Твою мать. Твою мать, а? Пойдем отсюда нафиг. Или нашли? Я вот не помню. Нашли мы бур, ребят? Я бура не вижу. Ай. И
И здесь его, само собой, нет. Много чего набрали, но того, что нам нужно, увы, нету. Так. Бур искать в любом случае. Давай делаем вот так. Разгружаем то, что возможно разгрузить. Берем, вешаем на спину. Так, давай взять в основную руку вот эту вот хрень, скидываем сюда, ну и вперед. Так, тихо. Падай. Так, вот это вот нехорошо. Это очень нехорошо. Блин, что бомжихи какие-то это. Нет ничего полезного пить. Пластик. Кожаная сумка. Вместимость 20. Комикс. Упаковка жевательной резинки. Зажигалка. Так, клей, каска очередная, пить полностью, само собой. Нет, тогда чипсы. Тогда чипсы, и чипсы мы скинем вот сюда. И арбуз еще съедим. Пластиковая канистра, канистра молока. Так, большая батарейка. Имбирный эль. Ну, забирай все, потому что
С голодухой нам придется воевать. Так, ну сюда я не знаю, есть ли смысл лезть. А вот сюда на склады смысл влезть имеется. Реально имеется, но диск циркулярной пилы, веревка. Так, давай сейчас тут прошаримся. Реально прошаримся, потому что мне нужно будет загруженным сюда влазить. Так. Ладно, окей. Допустим. Допустим, тут две курицы только было. Взять в обе руки. Как ты не можешь взять в обе руки? Ты чё, совсем что ли? Ну давай. Ну вот так. Взять в обе руки. Отлично. А почему? Взять в обе руки. Взял. Отлично. Турист. Так. Фу. Ну, главное, чтобы я был глазастым, и вот я вот здесь никого не заметил. Вернее, тут нет никого. Не то, что я кого-то не заметил, а тут просто нет никого. Топор плотник. Груда. Рубка гвоздей. Пила, коробка. Нам нужен этот бур. Реально нужен бур. Так, топор плотника. Давай забирай, потому что на топоры тут мораторий, насколько я знаю. Металлический пруд забирай. Трода забирай. Бур. Просто бур найти. Клей для дерева. Окей. У нас гвоздей хренолеон. Просто. Но пока нас это не особо спасает.
я бы даже сказал, не спасает совершенно. Сейчас попробуем. Вернемся, там же еще один этот есть. Склад. Если на нем не будет, то я прям не знаю, что делать, потому что... это будет проблемой. Потому что нам бур нужен, жизненно необходим, я бы даже сказал, вот чтобы развиваться в нужном направлении, нам необходим бур. Вот сейчас стрёмно, там может кто-то быть, там реально может кто-то быть. Ну. Так, тут нет никого. Так, закройся. А, банка. Вот все есть, кроме того, что реально мне нужно. Стальные трубы. Малярная лента. Бур. Бур, бур, бур. Суперклей для топора. Шнур питания очередной. Топор, кстати. Батарейки. Но нужен бур. Игра, ну не разочаровывай меня. Реально не разочаровывай. Я не знаю, мне будет очень печально, если я не найду бур. Стальных труб. Забирай. Забирай. Меха, веревка, баночка, большая стеклянная это. Ай-яй-яй, вот это меня очень сильно огорчает. Очень-очень сильно. Потому что если я сейчас не найду бур, будет задница. Просто. Несмотря на то, что у нас там все есть, там пистолеты, горелки всевозможные, без бура, ну там у меня лопата есть, но с лопатой это такое себе занятие, копать. Вот. То есть...
Портативных машин у меня две штуки уже. Третья нафиг не нужна. Поддон медных труб. Тоже мало ли для чего они понадобятся, потому что... защитными очками нас тут пичкают. Батарейка, батарейка. Очень-очень печально. Трубы ПВХ. Трубы ПВХ тоже нужны. Серый кирпич тоже нужен. Мы сейчас вообще впритык под это подходим. Так, погоди, клей. Стальные трубы не берем, хватит. Батарейка. Баночка, гидравлический этот. Так, тут. Упаковка, кирпич. Так, аккумуляторная. Дрель. Так, тут у нас тоже ничего. Банка с крышкой. Вот то, что не нужно. Реально пичкают до упора. Клей, скотч. Так, ведро давай сюда. Вот это. Вот это сюда. Мешок с песком очередной. Что-то я вообще расстроен. То обычно этих буров несколько штук. А это вот реально вот за всю эту ни одного просто. Зато портативных этих машин дохренище. Зато портативных машин до хрена. Топорик. Ай, блин. Сюда опасно заходить. Могут ребята сидеть, но выбора у меня нету. Так. Нету, 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 нету. Ну давай. В одной из этих. Не? Не. Батарея. Очередной топорик. Большая батарея. И баллон. Хвористого чего-то там. Так. Скотч. Блин. Бензопилы, бензопилы. Дайте мне бурты, ё-моё, а. Пила для мультиинструмента. А ну давай вот эту вот тему.
Окей. Окей. И смотрим. Ай, кирка. Скучно ему, блин. Вообще капец. Заскучал. Придурок кусок. Ну, вариант один есть в этом. На малые склады. Но что-то мне подсказывает. Я туда в нынешнем состоянии, я просто физически не пробьюсь. Я просто физически не пробьюсь. Так, тут нету, нету. Давай вот это вот разобрать. Я внутри лежат предметы. В смысле? Лежат предметы. Так. Давай вот сюда. Разобрать. Так, тихо. Разбирай. Отлично. Так, бери в обе руки. И давай смотреть, зря я сюда лез или не зря. Ну, суперклей всегда полезная штука. Блин. Просто засада. Вот в этих один бур на складе, в принципе, быть должен в любом случае. Я не знаю, я сейчас прикину, взвешу все за и против. Может быть, действительно ехать домой и не париться вообще по этой части. А там как найду, так найду. Может, я пропустил? Реально такое может быть, тут плывет нафиг все. Просто плывет. Может быть, сейчас, ну, тут само собой. Ни хрена нет, тут ни хрена нет. Может быть, реально где-то пропустил. Потому что, ну, я не верю, что нет ни одного бура на таком большом складе. Просто это этих портативных горнодобывающих машин до хрена, а ни одного бура нет. Ладно, буду лазить тут. И мы с вами, наверное, увидимся уже, когда я доеду домой. Вот, а с вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И всем пока-пока.